Снижение ставки по ипотеке, создание полноценной службы неотложной помощи при поликлиниках, строительство транспортных развязок и объединение платежных транспортных систем. Ежегодное обращение губернатора Андрея Воробьева к жителям Подмосковья затронуло десятки важных социальных проблем. Изменения коснутся всех – студентов и рабочих, пешеходов и водителей, молодых людей и пенсионеров. Например, учащийся колледжа Николай Круталевич с воодушевлением воспринял изменения в сфере транспорта. Это совмещение двух транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» и новые развязки в Подмосковье. Как, к примеру, скоро будет открытие первой части Репинской развязки, что меня очень сильно радует. Я частенько езжу на общественном транспорте, изредка на автомобиле. Возвращаясь к теме «Стрелки-тройки», я ношу с собой и ту, и другую транспортную карту, и порой неудобно пополнять отдельно каждую из них. И когда введут, наконец-то, одну единственную карту с одним балансом, это кардинально поменяет в сторону удобства мое передвижение в Москве и Подмосковье. А возвращаясь к развитию транспортных развязок, так как я еще и автолюбитель, мне будет намного удобнее и быстрее перемещаться из одного пункта в другой. А вот для пенсионерки Надежды Белецкой самое важное – это развитие медицины. Строительство новых поликлиник, закупка медицинского оборудования, решение проблем нехватки льготных лекарств и узких специалистов. Все, о чем говорил губернатор, не может не радовать женщину. Мне понравилось, что на медицину будет обращено огромное внимание. И уже сейчас мы на себе почувствовали. Мой муж недавно, проблемы со здоровьем. Вы знаете, мы прошли такое обследование, его положили в больницу. Раньше, я помню, лекарства свои приносили, сейчас ничего. То есть медицина, благодаря вот губернатору, то есть на нее обращается внимание. В этом году губернатор затронул 20 самых чувствительных для населения тем. Приоритеты работы на 2020 год сформулировали в соответствии с национальными проектами и теми задачами, которые поставил президент во время своего выступления перед федеральным собранием. Также были учтены пожелания жителей, которые были озвучены во время встреч с представителями власти в разных муниципалитетах Подмосковья.